СМИ в США подготовили план поставок оружия Киеву. Пентагон и Госдеп уже разработали стратегию передачи оружия Украине, но одобрение Белого дома может занять несколько месяцев. Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения, но одобрение от Белого дома пока не поступало, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По данным газеты, военные и дипломаты США характеризуют оружие как оборонительное, которое предназначено для того, чтобы якобы сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы. Согласно предложению Пентагона и Госдепа, США будут поставлять Украине противотанковые орудия, также, вероятно, ракетные комплексы «Джевелин» и средства противовоздушной обороны. Источники газеты информировали, что план будет состоять в том, чтобы разместить противотанковые ракеты там, где украинские войска находятся вдали от передовой линии фронта конфликта. Таким образом, политики смогут ограничить риски эскалации и ослабить критику по поводу того, что эти шаги могут вызвать наступательные действия Киева. Высокопоставленный чиновник Белого дома подчеркнул, что решение о поставках не обсуждалось в администрации США и президент Дональд Трамп пока не проинформирован об этих планах. Как сообщал корреспондент Нет, Белый дом находится в процессе принятия решения относительно предоставления Украине летального оружия оборонного характера, а недавно специально представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон активно рассматривает вопрос о возможной поставке оружия Киеву. По материалам сайта newsgro.com.